Меня зовут Мухаммед, живу во Франции, там родом с России. В возрасте 25 лет началось обильное выпадение волос на теменной и затылочной зоне. Началось это все достаточно резко, неожиданно. Вот. Начали искать клиники. Было известно, что в Турции хорошие клиники по достаточно приемлемым ценам. Среди всего многообразия клиник вот больше всего как-то пригляделась клиника доктора Байера. Но мы абсолютно ничего не знали об этом. Это был для нас какой-то новый абсолютно опыт. Приехав непосредственно в Турцию, мы начали замечать, что очень достаточно высокого качества сервис, особенно в данной клинике, нас встретили, все рассказали, как все будет происходить, как будет происходить процесс пересадки, и после пересадки непосредственно. Собственно, остались очень сильно довольны. То есть максимально высокий уровень сервиса, хорошая встреча, доктор максимальный профессионал своего дела, полностью в восторге, оправдывает свою стоимость и вложение. То есть первое время дали советы, как мыть вообще голову, как ухаживать за кожей головы, потому что после пересадки была достаточно чувствительная зона. Персонал доктора Байера, вот непосредственно я коммуницировал с русскоязычным персоналом, все время откликался, все время отвечал на вопросы. Даже если одни и те же вопросы были заданы миллион раз, откликался, отвечал очень объемно, очень подробно. Это, кстати, больше всего привлекло по сравнению с другими клиниками, что персонал как раз-таки, с которым мы общались непосредственно, он давал больше информации о процедуре, которая нас так пугала, которую мы не знали вообще, что для нас был, ну, как страшный лес. Они дали больше всего информации, как-то более дружелюбно показали. Поэтому выбор сделан в пользу клиники доктора Байера. Сам процесс происходил постепенно. Первые 3 месяца было заживление. Волосы не росли. То есть после пересадки они на какой-то неделе начали выпадать. Но это меня предупредили, что это нормально, чтобы я не переживал об этом абсолютно. Вот первые 3 месяца было заживление кожи головы. Вот с 3-4 месяца начался обильный рост волос. То есть это передняя зона, со временем чуть позже уже начала расти задняя зона по чуть-чуть. И все привело к тому, что вот такой прекрасный результат на голове. Спасибо большое клинике доктора Байера и всему персоналу. И непосредственно доктору Байеру.